Поселок Трещевский, 40 километров от Кемерово. На крыльце школы зажженные свечи и цветы. Девочки стали писать СМС, звонить с теми словами, что мы задыхаемся, дверь заблокирована. Заместитель директора школы тоже едва сдерживает слезы. В селе траур. Людмила Бегеза показывает нам класс. Здесь за партами сидели две Вики, Вероника, Таня, Лена и Настя. В первый день каникул школьница вместе с родителями и классным руководителем, в отличие от сына Светланы, пошли на премьеру мультфильма. Людмила Бегеза говорит, невозможно поверить в то, что здесь, в школе, больше не услышат звонкого смеха девочек-подружек. Они выросли на глазах жителей села, вместе ходили в садик. Им было всего 11 лет. В списке пропавших без вести ровно половина, 6 из 12 человек 5 класса. Людмила заверяет нас, информация о том, что классный руководитель попросила закрыть кинозал на ключ, а в это время пошла за покупками, неправда. Это сделал кто-то другой. Родители сами сказали, что их закрыли на ключ. Потому что отец одной из девочки это видел. Он спросил, зачем вы их закрываете? Ему ответили, у нас такие правила, что не хватает сотрудников. Они рвались, дайте нам какие-то повязки, чтобы спасти-то детей. Их уже не пустили, потому что туда было невозможно пройти. Вы сами видели, как это все за считанные минуты, 2-3 минуты и все.